Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Мы записываем целую серию роликов под названием «Жития святых во свете Библии». Мы вчера не закончили о том, как спрашивали, как молились святые. Молились, как мы, по молитвослову или своими словами? Ну, я выбрал из житий святых, это 1173 жития, 12 томов Дмитрия Ростовского, еще два тома настольной книги священнослужителя. Ну, и очень большой материал. Это не один, не два, а там, сколько вчера я насчитал, 40, что ли, разных житий. Из них надо все выбрать. И вот сейчас мы дальше продолжаем. Это брат Игорь Третьяков помогает здесь мне одному уже не осилить это дело-то. Постараемся на два голоса считать. Итак, как молились святые, это выбрать надо было, и теперь мы увидим, будем у них учиться. По молитвам всех святых, Господи, спаси и помилуй нас. Житие Ксенофонта, 25 января. Цитата. «Все находившиеся на корабле отчаялись в спасении жизни, и под влиянием бедствия и страха смерти горько плакали». Погромче. «Плакали и оба брата, Иоанн и Аркадий, вознося молитвы к Богу. Владыка преблагий, промыслителя всякой твари, молились они, не презри создания своего, помяни добрые дела наших родителей, и ради них не оставь нас, не дай нам прежде времени умереть в молодых годах нашей цветущей юности. Пусть пощадит нас водная буря и не поглотит нас глубина морская. Помяни милости твои и щедроты, призри с высоты святой славы твоей и воззри на бедствие наше». То есть речь шла о кораблекрушении. Дальше. «Услышь стенания наши и вопли наши. Сердцем сокрушенным и духом смиренным мы молимся тебе. Простри к нам твою всесильную десницу и избавь нас от смертной гибели. Не предай нас смерти ради твоего имени, но поступи с нами по милосердию твоему, по милости своей и по множеству милосердия своего. Избавь нас от потопления ради славы своей, ибо не мертвые восхвалят тебя, и не те, которые нисходят в ад, а мы, живые, прославим твое величественное имя». Юноши молились. При этом они еще раз воззвали к Богу. «О царь и владыка всех, какую смерть ты попустил нам? Если по неизреченным судьбам твоим нам невозможно избавиться от нее, то, по крайней мере, не разлучи нас умирающих. Пусть одна волна покроет нас, и одна утроба морского зверя пусть будет нам гробом». Спасшийся Иоанн, затем, воздев руки к Богу, так молился. «Господи мой, Господи, спасший меня от морских волн и гибели смертной, спаси раба твоего, брата моего, Аркадия, избавь его от горькой смерти, как избавил и меня по милости своей. И если ты сохранил его живым и извел на сушу, то отверзи ему ум, чтобы он размыслил и восхотел иноческой жизни, и сподоби его благоугодить тебе. Спаси и слуг, бывших с нами, чтобы ни один из них не погиб в море, но спасением всех их да прославится пресвятое имя твое». Видите, какая богатая молитва. Он спасся, а брата не знаю, спасся или нет. Он о нем вспоминает, о слугах. Это живая молитва, живое общение с Богом. Надо понимать, что его слезы соленые смешивались с соленой водой. Он лежал на берегу, выброшенный, как Робинзон Крузо. Дальше. «Как молился Макарий Египетский». Это очень прославленный святой. 19 января по старому стилю. Цитата. «Затем братья снова спросили преподобного: скажи нам, отче, как и надлежит молиться? Преподобный дал им такое наставление: для молитвы не требуется много глаголанья, но надобно воздевать свои руки горе». Горе, значит, к небу, горе. Вижу, горе. Я одел, буква Е-то какая стоит. И говорить. Вот учит, как молиться, руки поднимать. А сегодня руки подняли. Ой, самопальная молитва, как и еретики. Молились, воздевая руки, все до одного. Женщины молились, поднимая руки. У нас боятся это даже сделать-то. Вот какая-то манкуртизация произошла и в церкви. Нужно быть религиозно талантливым. То есть отовсюду все брать полезное. Дальше. «Господи, как ты желаешь и как ты сам знаешь, помилуй меня.
Если же враг воздвигнет в душе греховную брань, надлежит только произносить: «Господи, помилуй!» Господь знает, что для нас полезно, и сотворит нам милость. Вот такая короткая молитва. Доверие Богу. Главное в молитве: «Отче наш, да будет воля твоя!» Это самое главное. А вот житие святых, избиение первое в Раифе, в монастыре было. Напали там арабы, бандиты, ну и побили их. Дальше. Цитата. «Савва оставался жив, и была надежда на его выздоровление, ибо раны его были не особенно тяжелыми. Он благодарил Бога за свои страдания, но скорбел, что не удостоился умереть вместе со святыми отцами, и с плачем говорил: «Боже Вседержитель, ниспославший для спасения рода человеческого своего единородного Сына, единый и благий человеколюбец, не разлучай меня с умершими прежде святыми отцами, но да восполнится через меня четыредесятное число их. Соблаговоли на сие, Господи Иисусе Христе, ибо я с самого рождения был твоим последователем и тебя единого возлюбил». Среди такой молитвы на четвертый день по избиении святых отцов он и предал свой дух в руки Господни. Житие Нины, 14 января, цитата. «И когда настало время, удобное для отправления в дальний путь, патриарх привел Нину в храм Господень, к святому алтарю, и, возложив на голову ее свою святительскую руку, молился такими словами: «Господи Боже, Спаситель наш, отпуская сию сироту отроковицу на проповедь Твоего Божества, предаю ее в Твои руки. Благоволи, Христе Божий, быть ей спутником и наставником всюду, где будет она благовествовать о Тебе, и даруй словам ее такую силу и премудрость, которым никто не в состоянии противиться или возражать. Ты же, Пресвятая Богородица Дева, помощница и заступница всех христиан, облеки свыше свою силу против врагов видимых и невидимых, сию отроковицу, которую ты сама избрала для благовествования Евангелия Сына твоего, Христа Бога нашего, среди народов языческих. Будь всегда для нее покровом и неодолимой защитой, и не оставь ее своей милостью, пока не исполнит она твоей святой воли». Воспылало тогда ревностью пророка Илии сердце святой девы, воздохнув из глубины души, и, подняв со слезами глаза свои к небу, она стала молиться такими словами: «Всесильный Боже, приведи народ этот по множеству милости Твоей в познание Тебя, единого истинного Бога. Рассей эти истуканы, подобно тому, как ветер развивает с лица земли пыль и пепел. Воззри с милостью на этот народ, который Ты создал своей всемогущую десницей и почтил своим божественным образом. Ты, Господи и Владыка, так возлюбил свое создание, что даже Сына своего единородного предал за спасение падшего человечества. Избавь души и сих людей твоих от всепогибельной власти князя тьмы, который ослепил их разумные очи, так что они не видят истинного пути ко спасению. Благоволи, Господи, дать очам моим увидеть окончательное разрушение гордо стоящих здесь идолов. Сотвори так, чтобы и этот народ, и все концы земли уразумели даруемое Тобою спасение, чтобы и север, и юг возрадовались вместе о Тебе, и чтобы все народы стали поклоняться Тебе, единому предвечному Богу, во единородном Твоем Сыне, Господе нашем Иисусе Христе, Которому принадлежит слава во веки». Житие... Вот это как раз образец. Это та Нина, которая просветила Грузию, она особенно там почитаемая. Вот он над ней молится, патриарх, и спросить его: у него были такие молитвы? Не было. А у нее были такие молитвы? Не было. То есть Дух Святой через них ходатайствует. Православные почти этого не знают. И они, им нужно написать, кому молиться. А у вас молитва есть? Вот вы молились. Да какая молитва? Я своими словами молился. Я вспоминаю, это было в Красноярском крае. У меня знакомый был благочинный Красноярского края, Бурдин отец Александр. Я с ним встретился, перед этим я попросил его сходить к пятидесятникам. Тогда харизматов еще не было. Пятидесятники просто. Ну, а при нем они там на других языках и не пытались, видимо, говорить он. Ему пришлось в собрании быть. Так вот уже неделя или две прошло, и он все еще под впечатлением. О, как они молятся!
как горячо они молятся. Я такого даже не слыхал никогда. Это человек с отличием, окончивший академию. Их три брата священники. Вот Сергей Бордин, это его сын. Молиться уметь. А как уметь? Довериться Богу. И ты не знаешь, о чем молиться. Дух Святой ходатайствует воздыханиями неизреченными и так далее. Житие Феодота, 18 мая. Феодот молился в таких словах. Господи Иисусе Христе, надежда для отчаявшихся, помоги мне совершить мужественно свой подвиг, мученически и прими кровь мою, которую прольют мои мучители, как жертву, приносимую тебе за всех гонимых христиан. Облегчи их страдания, утиши лютую бурю гонения, дабы верующие пребывали в тишине и покое. Дойдя до назначенного места, святой начал молиться Богу в таких словах. Господи Иисусе Христе, Творец неба и земли, не оставляющий всех уповающих на святое имя Твое, благодарю Тебя за то, что Ты сподобляешь меня быть гражданином Отечества Небесного и причастником Царствия Твоего. Благодарю Тебя за то, что Ты помог мне победить змея и стереть главу его. Молю Тебя, ниспошли облегчение верным рабам Твоим от бед, окружающих их. Пусть прекратится с моей смертью гонение, воздвигнутое на церковь Твою нечестивыми язычниками. Ниспошли мир церкви Твоей и избавь ее от наветов вражьих. Оканчивая молитву и произнося «Аминь», святой обернулся и увидел христиан, плакавших о нем. Тогда святой сказал им: «Не плачьте о мне, братья, но лучше прославьте силу Господа нашего Иисуса Христа, помогавшего мне мужественно скончать подвиг мой и победить врага. Я же буду на небесах с дерзновением молить о вас Богу». Послание к Евреям, 13 глава, 7 стих. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Житие Тимофея и Мавра, 3 мая. Отвечал ей святой Тимофей: «Уповай на Господа и Бога нашего Иисуса Христа, и все муки будут для тебя как бы елеем, изливаемым на тело твое, и как бы росою, освежающие кости твои и облегчающие все страдания твои». Затем святой мученик начал молиться о ней к Богу, говоря так: «Бог и Отец всякой благодати, подавший помощь трем отрокам, брошенным в печь огненную, избавивший Даниила от уст львовых, пророку через пророка Аввакума, пославший пищу, помогавший не только во рву львином, но и в печи огненной, уповавшим на тебя, спасавший во свидетельство всем твоего человеколюбия, по силе которого ты из пленников сделал пророков и мучеников. Ты, Господи, Господи, призри и ныне на рабу твою Мавру. Ты, Господи, соединивший нас с супружеством, соедини нас и в подвиге этом, дабы мы не были отлучены от лика святых твоих мучеников. Ты, Господи, дай нам силы мужественно претерпеть все мучения и самую смерть, чтобы посрамились все противники наши, которые не будут в силах разлучить нас от единой веры во Иисуса Христа, Господа нашего. Ему подавает вместе со Отцом и Святым Духом всякая слава во веки. Аминь». Житие Еликонида, 28 мая. Цитата. «Когда святую повели за город для усекновения, она подняла руки свои к небу и начала молиться, говоря так: «О, Христе Боже мой, прииди ныне ко мне, предстань рабе Твоей в час этот, исполни свое обещание и введи меня во святую ограду Твою, сопричисли меня к Твоим благословенным овцам, сопричти меня к женам Тебе угодившим, Саре, Ревеке, Рахиле, Лии, Сусане и ко Твоей пренепорочной матери, пречистой Преснодеве Марии, также и к Марфе и Марии, сестрам Лазаревым, и к пророчице Анне, свидетельствовавшей о Тебе вместе со святым Симеоном Богоприимцем при Твоем сретении. Сопричисли меня и к Елизавете, матери предтечи Твоего Иоанна, и к первомученице Фёкле, присоедини меня к их числу и сподоби меня почить с ними навеки». В то время, как святая молилась так, слышен был голос с неба, возгласивший: «Гряди, дочь моя, для тебя приготовлен уже венец и престол.
Вот и ангелы начинают воспевать торжественные песнопения для твоего восхода на небо. Житие Аскалона, 20 мая. А святой мученик, услышав говоривших, что Егемон переправляется в лодке, собрался с силою, встал с земли и, подняв руки к небу, воззвал Господу, говоря: «Боже мой, Иисусе Христе, ради которого я терплю эти муки и ради любви, которому стою ноги на позор всем, услышь меня ныне для прославления святого имени Твоего и распростри всемогущую руку Твою, удержи лодку эту, в которой сидит нечестивый судья, посреди реки, и не дай ему достигнуть сего берега, пока не исповедает он тебя единым истинным Богом, Создателем и Владыкою всего, и пред всем народом не прославит твое святое имя, которое он ненавидит». Когда святой так молился, внезапно лодка, в которой сидел Егемон, остановилась посреди реки и совершенно не могла сдвинуться с места. Видите, какая молитва, и тут же сразу исполнение. И какая простая молитва-то. Лодка остановилась ни вперед, ни назад. Житие Василиска, 22 мая. Цитата. «Видя его заключенным в тяжкие оковы и привязанным на припеке солнца, а также видя кровь, текшую из его ног, они умилялись и выражали ему соболезнования. Святой же молился Богу, взывая: «Господи, посети меня, как ты посетил Иосифа в темнице, Даниила во рве львином, трех отроков в пище вавилонской, и как ты явил милость Сусане, подвергшейся напасти от лукавых старцев, вывел Петра из темницы, а Феклу защитил от поругания, так и на мне, смиренном и недостойном рабе твоем, покажи дивную твою милость и яви чудеса твои во славу твоего пресвятого имени». Когда святой окончил молитву свою, внезапно произошло землетрясение, и был слышен голос свыше, говоривший: «Не бойся, я с тобою». И вдруг медные сапоги, бывшие на ногах мученика, внезапно растаяли, как воск от огня. Вериги же спали со святаго, а сухой дуб зазеленел, распростирая над святым многочисленные густые ветви свои и покрывая его тенью на большое пространство кругом. А на том месте, где стоял святой и где земля обогрелась его кровью, потек источник воды. После этого святой вознес в таких словах благодарение Богу: «Господь Иисус Христос, предвечное Слово и Сын непостижимого и несказанного Отца, благоволивший сойти на землю и сделаться человеком, дабы искупить нас от древнего мучителя дьявола и избавить от всех лукавых его козней, вознесшись на небо, а его поправший и осудивший на пребывание в бездне, даровавший нам новую жизнь, какими устами прославлю тебя, какими словами перескажу тебе и возвещу твои великие дела и силу, которые ты ныне явил на мне, рабе твоем, как раньше на святых твоих Евтропии или Елеонике, когда они были замучены по приказанию правителя Асклепиодота. В самом деле, кто я недостойный, что столь великую и удивительную милость твою ты явил на мне? Сама земля, видевшая силу твою, потряслась». Житие Феодоры, 27 мая. Когда Егемон понял, что она неизменно пребудет в святой вере христианской, то приказал отвести ее в блудилище. Будучи введена туда, святая молилась ко Господу, говоря так: «Христе Боже, укротивший бессловесных зверей пред лицом святой мученицы твоей Феклы, укроти и свирепейших словесных зверей-блудников, намеревающихся повредить чистоте тела моего. Ты, Боже, избавивший Сусану из рук старцев-прелюбодеев, спаси меня, рабу твою, от таковых же блудников. Не допусти быть оскверненным храму, который посвящен лишь тебе единому. Ты, отгнавший от меня невидимых врагов, покушавшихся тайно похитить мое девственное сокровище, отгони этих явных насильников, намеревающихся разбойнически отнять от меня мое богатство. Приди на защиту меня, Господи, Боже мой, и всемогущую силою Твоей сделай так, чтобы я вышла отсюда чистой, чтобы меня не коснулись эти нечестивые руки, дабы я прославила святое имя Твое». Житие Александра и Антонины, 10 июня.
Святая же, возведя свои духовные очи к небу, молилась так: «Благодарю Тебя, Господи Боже мой, что Ты сподобил меня, окаянную и грешную, разделить жребий святых Твоих. Сего же беззаконника и проливающего невинную кровь низвергни в скором времени на дно ада, чтобы он узнал бессилие своих ложных богов, на которых возлагает всю свою надежду». Житие Мануила и Исмаила, 17 июня. Рабы же Христовы, Мануил, Савел и Исмаил, находясь тут же вместе с императором, не хотели даже и смотреть на это нечестивое празднество. Отойдя как-то раз в сторону от ликующих и стоя вдали, они рыдали и плакали о прельщении и заблуждении этих людей и молились ко Господу Богу и о себе, дабы им не оскверниться общением с идолопоклонническими жертвами, и о всех заблуждающихся, чтобы Господь привел их к познанию истины. «Не оставляй, Господи, — молились они, — людей этих пребывать в столь великой пагубе зол, и не попусти разумному созданию Твоему находиться в таком безумии. Ведь они являются здесь более неразумными, чем даже почитаемые ими камни и деревья. По крайней мере, деревянные идолы их, как тварь бесчувственная и неодушевленная, не знают, что перед ними делают. А эти же люди, почтенные Тобою душою разумную, будучи Твоим образом и подобием, не видят и не понимают, что совершают и кому воздают божеское почтение. Они во тьме ходят, заблуждаются и идут в вечную погибель». Мученики же Христовы, доблестно перенося эти тяжкие муки, возведшие очи свои к небу и молясь Господу, так взывали к Нему: «О, Владыка! Ты и сам некогда пригвожденный неверными иудеями к древу и изгладивший грехи мира страстью на кресте и смертью, призри на нас, висящих теперь на древе изъязвленными, и так как естество наше немощно, то пошли нам помощь свою свыше и дай нам облегчение в страданиях наших, ибо только в надежде на Тебя мы дерзнули принять этот мученический подвиг. Как жестоки и ужасны эти муки! Ты сам, Господи, знаешь и видишь, но по любви к Тебе, о сладчайший Иисусе, они приятны нам». И вот святых мучеников повели на место казни, на место, называемое Константиново, где пред излиянием крови своей они в последний раз вознесли такую молитву к Господу: «Боже праведный, безначальный, все приведший из небытия в бытие, последние же лета нашего ради спасения, умоливший себя, пребывавший с людьми в образе раба и претерпевший крест, чтобы освободить нас от уст греховных и соделать нас наследниками царствия своего, приими в мире рабов твоих и сопричти нас к лику от века угодивших тебе. Ибо мы ради имени твоего святаго добровольно приемлем это мечное посечение и отшествие от настоящей жизни. И обрати к себе, всемилосердный Владыка, этот порабощенный дьяволу народ, который в таком множестве окружает нас, и пошли ему просвещение ума и разум к познанию истины, дабы, познав Тебя, единого истинного Бога, Тебе, единому, и служить, и от Тебя получить вечное спасение». Вот они о чем молились, а тот на Майдане надо молиться, священникам-то собрались бы. И молитвы эти на весь мир прозвучали-то. Но этого не видно было. Призывают наоборот, там выходит какой-то униат, призывает мстить, уничтожать. Это тогда был Ярушевич Николай. «Бейте фашистскую гадину!» Ну, чекист в рясе-то. Они угодил, им все равно они его выбросили. Житие Леонтия, 18 июня. Видя проявление силы Христовой, святой Леонтий исполнился радости. Простершись на земле крестообразно, он начал так молиться Богу со слезами: «Господи Боже, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины, призри на нас в час сей. Ты соделал, чтобы за мною последовали те, за коими должен был следовать я. Сохрани меня, овцу Твою, и их со мною вместе просвети светом Твоего милосердия. Излей на них благодать Твоего Святаго Духа. Созижди в них сердца чистые, осенив их святым Твоим знамением, соделай их Твоим непобедимыми воинами. Вооружи и укрепи их на врага, дьявола и на слуг его. Да сотрут сии рабы Твои главу невидимого змея
и видимого злобного зверя Адриана. Это простой человек, вот возвращаясь как, он простерся на земле крестообразно, вот так. Когда я показал, как молиться, буквально в эфире взорвалось все. Да как так? Да это можно ли? Это секта какая-то псевдоправославная. Это православная. Совершенно бездуховные люди. Вот он. Исполнился радости. Да что у людей радости никакой нет. Крестообразно на земле. И он начал так молиться. Дальше. Житие Агафии. 5 февраля. Цитата. Попросив их немного подождать, Агафия вошла в горницу внутри дома и, затворившись в ней, воздела руки к небу и начала молиться, говоря: «Женщина, Господи Иисусе Христе, Ты знаешь сердце мое и расположение души моей, любовь и веру в Тебя. Будь мне вождем и помощником против врага, которого я о Тебе, Боге моем, попрала и умертвила. И ныне, Владыка, молю Тебя, не попусти всескверному и всезлобному человеку, слуге демонов, осквернить тело мое, в котором я до ныне прожила чисто и честно. Поспеши и ускори победить дьявола и слугу его, Кинтиана, чтобы он не сказал: где ее Бог? Прими как жертву и приношение слезы мои в воню благоухания, ибо ты один Бог, и тебе подобает слава во веки. Аминь». Житие Макрины, 19 июля. «На следующий день, когда я пришел к ней, говорит святой Григорий, я уже увидел, что она скончается. Я видел, что все телесные силы оставили ее, и я очень опечалился. Она поняла мою печаль и стала утешать меня различными боговдохновенными словами и душеполезными рассказами, а сама была полна духовной радости. В ней не было ни страха смерти, ни даже какого-либо смущения, но одна только надежда на Бога. К полудню она еще более обессилила, перестала разговаривать с нами, а стала беседовать в молитве с Богом, воздевая к Нему руки. Молилась она таким тихим голосом, что мы едва слышали. В молитве ее были следующие слова: «Ты, Владыка, удалил от нас страх смерти. Ты устроил так, что конец этой временной жизни будет для нас началом вечной лучшей жизни. Ты успокаиваешь наши тела сном смерти ненадолго и опять разбудишь их последней трубой. Ты наше бренное тело, созданное твоими руками, вверяешь земле как сокровище, и то, что даешь ей, опять взыщешь с нее, преобразив смертное и неблаголепное в бессмертное и благолепное. Ты избавил нас от проклятия греха. Ты стер голову змея и вырвал из его пасти поглощенного человека. Ты сокрушил врата ада и, покорив силу того, кто властвовал над смертью, открыл нам путь к воскресению. Ты дал боящимся тебя знамение, крест твой святой, для утверждения и сохранения нашей жизни. Боже вечный, которому я предалась от утробы матери моей, которого со всей силой души я полюбила и которому с юности я отдала свою душу и тело, приставь ко мне светлого ангела, дабы он отвел меня в место светлое, прохладное, где есть вода покоя и лона святых отцов. Ты, удаливший огненное оружие, заграждающее вход в рай разбойнику, распятому вместе с тобою, и верившему себя твоему милосердию, помяни меня, рабу твою, во царстве твоем, ведь и я распяла себя вместе с тобою, пригвождая страхом твоим свое тело и всегда исполняя твои повеления. Пусть не отделит меня та страшная пропасть от твоих избранников, а завистник пусть не остановит меня на пути. Пусть не будут пред глазами твоими моих грехов, которые по естественной слабости нашей я совершила пред тобой или словом, или делом, или помышлением. Прости меня, ибо ты имеешь власть отпускать грехи. Устрой с моей душой так, чтобы она, освободившись от тела, явилась к тебе, непорочной без греха и скверны. Пусть будет она как кадила пред тобою». С этими словами блаженная перекрестила себя, себе глаза, уста, сердце и с молитвой предала душу свою в руки Божии. Казалось, она уснула обыкновенным сном. Закрыты глаза, закрыт рот, руки как следует лежат на груди. Все тело так хорошо одето, что не требовало от рук человеческих никакого одеяния. Житие Марины, 17 июля, 15 лет. Цитата. «Девица же, будучи введена воинами, молилась во всеуслышание Богу, говоря:
«Господи Иисусе Христе Боже мой, не оставь меня, не отдай души моей в погибель. Пусть не одолеют меня враги мои, пусть не осквернится слух мой их лукавыми речами, пусть не отступит ум мой их скверным соблазном, пусть не устрашится сердце моих страшных угроз. Не попусти вере моей быть вверженной в грязь и тину, чтобы не порадовался мне дьявол, ненавидящий добро, но пошли мне помощь с высоты своего престола. Дай премудрость, открой уста мои, чтобы, подкрепленная твоей силой и умудренная твоей благодатью, я без страха отвечала на вопросы мучителя. Ей, Господи мой, призри милостью в этот час на меня. Вот я теперь, как овца среди волков, как птица среди ловцов и как рыба в сетях. Приди же и избавь меня от козни вражьих». Так молилась святая по пути, пока не дошли до города. Житие Аверкия, 22 октября. Святой же стал молиться. «Отче возлюбленного Сына Своего Иисуса, Ты отпускаешь нам грехи, хотя бы их было у нас бесчисленное множество. Ты подаешь нам все, чего мы не попросим у Тебя на пользу. Тебя ныне прошу и молю. Огради юношей сих от бесовского нападения, чтобы они потом шли путем Твоих заповедей, последуя святой воле Твоей. Увидя чудесное знамение, которое Ты совершишь над ними, многие уверуют в Тебя, единого всесильного Бога, и познают, что нет другого, кроме Тебя». Помолившись так, святой обратился к юношам, коих мучили бесы, и, ударяя их слегка по голове жезлом, который держал в своих руках, сказал: «Именем Христа моего повелеваю вам, бесы, выйдите из юношей, не причиняя им ни малейшего вреда». Возопив ужасным голосом, бесы вышли из юношей, лежащих на земле подобно мертвецам. Так, вот на этом мы эту запись закончим, а потом продлим уже Александр Мученик, следующий будет. Во славу Божию!